Итак, Сергей Короткевич расскажет, почему Docker и Immutable Server — это плохо, и про то, что это движение по хрупкому льду и как дну, и как при этом не провалиться под воду. Итак, поприветствуем. Добрый день. Меня зовут Сергей Короткевич. Я админиус 2003 года, и я работаю с разработчиками с 2007 года и занимаюсь решением бизнес-задач с 2010-го. Вот. Типичная презентация на Рите — это вот такая. Сегодня я расскажу, как экономить на базах данных огромные деньги, например, $1 миллион. Здесь есть одна маленькая проблема. Есть компании, которые не тратят $1 миллион и не тратят даже $500,000. И мне всегда было очень интересно, что думают люди, которые смотрят все презентации Рита, и потом это внедряют. Я очень хочу поработать в такой компании. Когда-нибудь. Вот, кстати, интересный момент. Когда кого-нибудь спрашиваешь о компании, они говорят, что у нас компания очень необычная. Мы не укладываемся в нормальное распределение, мы где-то вот с краю нормального распределения. Я работаю как технический пресейл, и я вижу вот это. Все компании более-менее одинаковые, они сталкиваются с одними и теми же проблемами в течение своего жизненного цикла. Я расскажу про какую-то среднестатистическую компанию и про ее развитие. Компания открывает офис, и она покупает сервера или выделенные какие-то VPS, выделенные сервера. Сначала это выглядит вот так. Потом бизнес открывает еще один офис в другой стране, например, в Мексике. Потом открывает еще один офис в Индонезии. Все пока выглядит хорошо. Бизнес развивается, приложение работает на сервере в Ирландии, всех все устраивает. Потом, значит, открывается несколько серверов, несколько офисов в Азии, и все еще хорошо. А потом открываются еще сервер, офисы по всему миру. У нас есть Африка, у нас есть Европа. И бизнес начинает задумываться, а почему-то у нас какие-то пользователи недовольны уровнем сервиса. Наверное, из Африки, из какой-нибудь Нигерии все не так хорошо. Поэтому добавляем еще один. А потом какой-то бизнес выстреливает. И у нас есть какой-то бизнес, который работает в Мексике, который работает в Индонезии. Мы открываем еще один дата-центр в Сингапуре. А потом мы продаем часть бизнеса. Это, в общем, типичная схема для компаний, которые только запускаются. Здесь это маленькая проблема. Это все происходит за 4 месяца. И вам, как оператору, приходится с этим бороться. Вот. Я расскажу, на что мы в этом процессе обычно напарываемся. Есть как бы горячие темы. Одна из этих тем — это Docker. Как сегодня используется Docker? Docker используется вот так. Проблема этого использования Docker в том, что приходит программист и говорит: я сделал. Вы смотрите, что же сделал программист. Делайте вот так вот. И тут немножко удивляетесь. Здесь есть куча мест, чего не работает на самом деле. Основные программисты почему-то забывают о том, что мы работаем в Unix-системе, Linux, и что есть внезапно пользователи, у пользователей есть какие-то права на файлы и прочие вещи. Программисты, например, добавляют какие-то файлы в Docker. Используют команду add, например. Один из самых ярких примеров. Но дело в том, что когда оператор запускает этот Docker-файл у себя в системе, он сталкивается с тем, что контекст исполнения этого Docker-файла другой. И куда-то надо подложить файлы. И, например, тот же самый копи работает с стдина. И все очень сильно удивляются. Есть еще типичная вещь, которая
все почему-то забывают, это переменные. То есть как бы есть безобидное там Debian фронтенд, а может быть переменные, которые работают и влияют на приложение. И одна самая замечательная проблема, на которую все напарываются постоянно, это credentials в докер-файле. Это все очень хорошо, но в какой-то момент, опять же, когда вы делаете вторую компанию, вы делаете дополнительный сайт, используя тоже Codebase, вы эти credentials забываете. Или вы забываете, когда их выкладываете на GitHub. Для чего Docker очень хорош? На мой взгляд, Docker очень хорош для тестов. И Docker очень хорош для, опять же, пакетирования приложения. Тесты работают шикарно, потому что вы запускаете что-то ненужное, и после этого это не нужно убивать. Для чего еще очень хорош Docker? Для того, чтобы переложить ответственность с операторов на программистов. Проблема в том, что программисты обычно приходят и говорят, у нас все работает, проблема операторов. Docker как бы эту проблему немножко сглаживает. Вопрос immutable и вопрос как бы инфраструктуры golden image. Вот. Как выглядит типичный immutable? Проблема immutable, как ни странно, в том, что приложение не мутабельно. Вот, например, типичная схема, каким образом мы выкатываем golden image. То есть у нас есть какой-то шеф-репозиторий. Да. Есть какой-то шеф-репозиторий, в котором мы пишем шеф-ресепты, тестируем их тест-китченом, потом запускаем их на шеф-сервер, потом собираем golden image при помощи пакера. Потом мы при помощи Terraform как-то управляем нашей инфраструктурой, используя эти имиджи из пакера, и диплом это все в облако. Здесь есть одна маленькая проблема. Ничего из этого не работает нормально. Это как бы текущая ситуация по поводу ошибок в пакере Terraform. Лично у меня была ситуация, когда мы удалили продакшн-базу при помощи Terraform. Вот. Уже это был баг в Terraform, нам написали, извините, да, действительно. Так вышло. Вот. Опять же, есть несколько моментов, на которые обязательно напоритесь Terraform. И первое – это то, что это баг. Второе – то, что план и apply делают абсолютно разные вещи. И вы не можете сказать, и даже использование каких-то фильтров при apply вам сильно не поможет. Еще одна проблема, которая характерна для маленьких проектов с большим уровнем хаоса, которые, в общем-то, все. Runtime и build time. Проблема, с которой мы столкнулись, в том, что количество изменений, которые случаются на проекте, в определенный период очень большое. И время сборки вот этого всего golden image, оно достаточно длительное. И оптимизация, оно подается слабо, потому что в основном это всякие тайм-ауты и время заливки этих образов. Соответственно, в какой-то момент вы сталкиваетесь с ситуацией, когда время жизни этого инстанса меньше, чем время билда. То есть у меня, например, на текущий момент это где-то 40 минут. Если вы посмотрите какие-то большие сервисы вроде Akamai, то у них деплой конфигурации происходит там в районе 50 минут. И на это надо закладываться обязательно. Теперь немножко больше про микросервисы. Что говорят обычно программисты, когда внедряют микросервисы? Мы, значит, позволим распределенным командам разрабатывать части приложений. Мы позволим деплоить части приложений независимо друг от друга. Мы позволим деплоить без остановки приложения. И мы будем масштабировать части приложения очень быстро и независимо друг от друга. На самом деле, я расскажу на примере простой архитектуры, почему это дело не работает. У нас есть приложение. Оно очень простое. У нас есть фронтенд какой-то. У нас есть бэкенд, у нас есть база данных. Программисты решают, что у нас есть там ORM, это все очень сложно, зачем это все запихивать. Мы будем общаться с бэкендом. Все выглядит хорошо. Потом оказывается, что это хорошо, но медленно. А давайте мы будем хранить что-нибудь в мемкэше. Но для того, чтобы хранить что-то в мемкэше, надо его заполнять как-то.
И у нас появляется какой-то асинхронный процесс, который уходит в базу, заполняет мемкэш. Ну, плюс-минус мемкэша, я думаю, не надо рассказывать. Потом кто-то решает, что нам надо сделать хороший поиск. Поиск тоже наполняется отдельным асинхронным процессом из базы. А потом, значит, оказывается, что приложение надо скалировать зачем-то. Вот. И фронтенд надо скалировать, а бэкенд надо скалировать. А фронтенд ходит к бэкенду. Это значит, что он ходит на какой-то балансер, есть какая-то внутренняя сеть. Потом, значит, программисты по какой-то причине перестают устраивать Solr. И они считают, что на Elastic получится лучше. Поэтому они удаляют Solr и запускают Elastic. Но проблема в том, что в какой-то момент они понимают, что они не могут все удалить. И поэтому у нас появляется Elastic и Solr вместе. Плюс какой-то еще API дополнительный. Потом начинают скалировать Elastic. Потом начинаем скалировать API. Потом оказывается, что клиенту надо ходить еще и на бэкенд зачем-то. Потому что туда вписали какой-то функционал. А потом у нас появляется BI, который должен анализировать что-то из бэкенда. Потом у нас появляется CDM, который у нас прикрывает фронтенды. А потом получается такая картина. О чем мы говорили, о независимых деплоях. У нас есть команда, которая деплоит фронтенд, команда, которая деплоит бэкенд, и команда, которая занимается тем, что деплоит API. И у нас есть там, например, две версии в какой-то момент времени на фронтенде. Один из бэкендов не работает, один из солоров лежит. В API у нас тоже там два API продеплоены с одной версии, один задеплоен с другой. Все это превращается в такой серьезный хаос. Чем это опасно, на самом деле? Это опасно в том, что в сложных системах эти части, они работают не так, как вы ожидаете. И они приводят к результатам, которые вы не ожидаете абсолютно. Возьмем пример эластика. У нас есть эластик, который замечательно скалится, в теории. На Амазоне, да, вот что здесь может пойти не так, на самом деле? Конфигурация очень простая, там несколько строчек. У нас есть, например, регион. Elastic ищет в регионах по каким-то своим внутренним убеждениям. То есть он будет искать в первом регионе, то есть в Орегоне. Если у вас, например, все сервера стоят во Франкфурте, он возьмет и пойдет в Орегон. И вам надо автоматически прибить как бы Elastic. А так как у вас конфигурация распределенная, и у вас есть Америка, Европа и Азия, то вам придется поддерживать три конфигурации для Elastic и писать какой-то дополнительный код для того, чтобы это все обернуть. Потом я рассказывал о том, что в какой-то момент часть компании может продаться. И поэтому у вас есть какие-то credentials, которые вбиты, и которые вы никогда не рассчитывали, что часть вашей компании станет другой компанией. И вы как бы должны еще поддерживать амазонские credentials там, для Discovery. То же самое касается security group. То есть реальная ситуация. У нас все сейчас немножко NoOps и DevOps, все программисты. И случается так, что кто-то взял и развернул еще один эластик в вашем Amazon аккаунте, потому что могли. Вот. И начинаются магические вещи. То есть ваш эластик начинает добавлять что-то вообще непонятное в кластер, или не добавлять, или искать не там. И то, что случается вообще очень часто, мы проектировали, и все взаимодействие построили, например, по внешней сети. А потом почему-то это перестало работать, и мы перестроили на внутреннюю сеть. И может случиться так, для того, чтобы вам кластеризовать Elastic, вам придется переделать вообще всю сеть в проекте. Что, в общем-то, не всегда приятно. То есть, например, если Amazon там запустил сейчас интерроутинг между VPC, но это случилось совсем недавно, да? То есть, например, у нас на сервер-коме это плейновая сеть, но это не у всех так. Типичный кейс, о котором все забывают почему-то. Я даже не знаю, почему. У вас есть несколько локаций, у вас есть сервис, который разрабатываете в компании. Вы разрабатываете, потом приходит другая команда, она забирает этот сервис, она его разрабатывает. И появляются какие-то ограничения, которых вы даже не подозреваете. Например, вот реальная жизненная ситуация. Есть сервис, который посылает почту.
к сервису обращаешься по REST. И ребята написали в него ACL по IPv4. И в этот ACL влазит только 10 IP-адресов. А у вас конфигурация, состоящая из 180 там, или 200 микросервисов. И вы ничего не можете с этим сделать, потому что вы можете там пинать этих менеджеров, и ничего не произойдет. И вы были к этому не готовы, а сейчас почта у вас не ходит. Еще один момент, очень замечательный. Вот вы все так распределили, используете различных сервис-провайдеров. Тоже история из жизни. 11 дней понадобилось компании Cloudflare, чтобы достать IP-адрес из блоклиста. Ситуация простая. IP-адрес попадает в блоклист, ничего не работает. Пишите в поддержку. Поддержка говорит, да, мы сейчас сделаем, проходит 11 дней. Как вы помните, 90 дней вообще как бы у вас на все это развлечение. Есть там, например, компания Akamai, и мы используем там, их CDN в какой-то момент. И настроенный CDN так, что к вашему URL добавляется еще один слэш в конце. И вам это все ломает. Вы пишете в поддержку Akamai и говорите, ну как же так? Что-то неправильно. И они тратят 41 день на то, чтобы это достать. Вот. Иногда в облаках случаются аутейджи. Они случаются у всех. И почему-то программисты об этом никогда не думают. И, например, Амазону потребовалось 13 дней, чтобы S3 в Сингапуре заработал нормально. И одна причина, очень важная, о которой программисты обычно не думают, это финансовые. Игры с микросервисами, они выглядят вот так. Это тысячи долларов, на самом деле, на сервисе с 20 мегабитами трафика. Очень небольшом. На инфраструктуру тратится 35 тысяч долларов. Мне, как сервис-провайдеру, это очень как бы нравится идея. Но вашим инвесторам, мне кажется, она будет не по нраву. А вот эти вот маленькие справа, небольшие такие бары, там 33 и 31 тысяча. Это кост-каттинг произошел. То есть вы не можете фактически порезать эти косты, потому что начинаются различные внутренние процессы, к которым вы не готовы. Например, программисты посылают 120 запросов на построение фронтенда, там, в страницы из фронтенда. Почему система очень сложная? Если мы посмотрим на этот слайд с взаимодействием между частями системы, вы можете примерно посчитать. Он выглядит очень коряво, на самом деле, а в реальности все еще хуже. И количество взаимодействий в этой системе очень большое. И, как правило, ваше приложение не готово к тому, что что-то где-то отвалится по тайм-ауту. И фактически ошибка на любом уровне здесь приводит к тому, что вы там получаете 500-ю где-нибудь. И еще одна проблема, о которой люди не думают абсолютно, это дебаг. Что вы будете делать, если что-то в вашем коде работает неправильно? Это превращается в серьезную большую проблему. Потому что мы посмотрим, как нам рассказывают люди, как мы будем это все делать в микросервисах. У вас есть много-много микросервисов, есть какие-то коллекторы, они посылают все в централизованную систему. Например, Zipkin. Но что внутри Зипкина? А внутри Зипкина Кассандра. Скажите, пожалуйста, зачем нужна Кассандра на проекте, в котором у нас 20 мегабит трафика и там, 10 тысяч пользователей? Это выглядит очень странно на самом деле. Все много рассказывают про тесты. Это очень классно. Это работает замечательно в больших компаниях. Если у вас маленькая компания, у вас большое количество бизнес-требований, вы не делаете ТДД, покрытие тестами проектов – это экстремальный случай, конечно, но все равно. Проблема в том, что как бы, каждый контейнер становится уникальным. Уникальность контейнера очень плохо влияет на стабильность системы. И никто не задумывается о том вот, большом докер-файле, о том, что каждая команда, в принципе, может отказать. Отказывает команда внутри докера, отказывает команда выкатки, отказывает ваш CI, CD и так далее. Agile CI/CD. Так выглядит
в общем-то, любая маленькая компания. В ней происходят замечательные вещи постоянно. Вот. Например, мы разговариваем про деплой. Долгое время ходили к нам программисты, говорили, да, очень медленно, деплой плохой, давайте делать CI, давайте делать CD. Делали мы 302 деплоя. Сделали новый деплой, случилось у нас 210 деплоев. Но с новым деплоем есть одна маленькая проблема. Программисты начали деплоить на продакшн вместо стейджинга. То есть количество деплоев на продакшн теперь больше, чем на стейджинг. А происходит это почему? Как говорили тут на одной презентации. Ну, если оно 20 секунд откатывается, ну что? Выкатили, не работает, откатим. Вот. Никто не думал о том, что как бы каждый момент есть неиллюзорная вероятность, которая происходила, конечно, всегда происходит, о том, что как бы процесс деплой откажет. Плюс, опять же, роллбэк не всегда возможен, если вы играетесь с базой данных. А в начале проекта происходит очень часто. Вот. Основные проблемы, которые все забывают абсолютно, это постскрипты. Постскрипты – это тема болезненная, вы одних сломаете весь мозг себе. Люди забывают о том, что как бы детач процесса и перевод его в бэкграунд – это разные вещи. Если вы еще посмотрите на то, что сейчас происходит в Debian люди умудрились вообще ушатать детач. Поэтому сейчас вы консоль закрыли и до свидания. Лог-файлы. Лог-файлы все делают замечательно, не удаляют за собой. Либо что-то умирает, не удаляет. Проверки никто не пишет. Если дипло не работает, 80% это лог-файлы. Логинг. Централизованный логинг рулит, конечно. Все здорово. Одна простая команда, гуглится, спасает вас от всего. Все ваши замечательные баш-скрипты, которые написаны программистами, переводится в Кибану там или что у вас работает. Вот, но самое большое открытие, откровение внедрения CI/CD – это типичное количество деплоев программистами. Заключается оно в том, что программисты деплоят мало. То есть у нас за два дня три коммита, грубо говоря, пул-реквеста, которые мы собрали и задеплоили на стейджинг. И поэтому все рассказы, когда приходят люди и говорят, что мы же столько деплоим, и все должно быть хорошо. Вы сначала посмотрите, на самом деле, сколько фич выкатывается, и после этого можете им спокойно отвечать. Готов к вопросам, тема болезненная. Здравствуйте, спасибо за доклад. Только я не понял, почему микросервисы — это плохо. Микросервис — это плохо, потому что это радикальным образом увеличивает сложность системы. Вы сталкиваетесь с системой, которая намного сложнее, чем вы ожидаете. У меня вот такой вот вопрос. Ну, небольшая притча есть в языцах, которую я лично слышал. Она про базы данных. Про компанию, которая начала использовать MySQL, и у них внезапно селекты были долгими. И им как-то сказали, что можно использовать индексы. И вот они начали использовать индексы, и доиспользовались индексы до того, что у них insert был 8 секунд. Вот. И они сказали, MySQL вот вообще плохая, потому что insert 8 секунд. Я вот хотел задать вопрос, я, к сожалению, не услышал первоначального анонса, чуть-чуть опоздал. А может быть, проблема вовсе не в микросервисах, а может проблема в организации, как-то так? Значит, ответ очень простой. Когда вы работаете в компании Mail.ru, когда вы работаете в компании Яндекс, и когда вы работаете
в другой крупной компании, где у вас занимается только инфраструктурой десятки девопсов, это один как бы путь. А когда вы один сидите, и у вас есть задачи, которые прилетают от программистов, задачи, которые прилетают там, от бизнеса, потому что у вас что-то висит, и в этот момент вам надо разбираться в том, что почему у вас как бы коллекторы не складывают в Zipkin, и что там вам Кассандра выписывает. Проблема в этом. Проблема в том, что каждый инструмент хорош на своем месте. И на текущий момент уровень автоматизации и как бы уровень готовности как бы людей к тому, что они сталкиваются с по-настоящему распределенной системой, он очень низкий. И поэтому цель моя сегодня – убедить, что вы имеете такое количество подводных камней, о которых вы никогда не думали. Ну, то есть вы хотите сказать, что в монолитном приложении таких подводных камней не существует, и там все хорошо вообще? Монолитное приложение на этапе старта компании сэкономит вам очень много нервов, если вы DevOps. Спасибо. Спасибо за доклад. Как бы, по-моему, у вас были совсем не микросервисы нарисованы, но не знаю. Ну, в общем, вопрос на самом деле. Вопрос на самом деле в том, а альтернативы какие? Альтернативы это, во-первых, монолит. Все же. От монолита мы никуда не уйдем. Микросервисы можно уносить, какие-то части приложения, то, что делают на самом деле все большие компании. То есть, например, общаетесь вы с SoundCloud, они рассказывают о том, как у вас прекрасно все сделано в докере. Потом спрашиваете, а сколько у вас в продакшн задеплоено? Говорит, а нам в продакшн не дают выкатывать микросервисы, у нас там есть какие-то 3D-пати сервисы. Можете запустить какой-то сервис внутренний и посмотреть, как это будет работать. Я уверен, что вы столкнетесь с простейшими. Вот мой тест для людей, которые, кстати, говорят о микросервисах. Вот у вас есть приложение, вы его сделали, теперь надо сделать SSL, теперь вам надо его умножить на 2. И вы можете подумать, какое количество костылей вам придется сделать для того, чтобы добавить SSL и мейнтейнить 2 отдельных сертификата, например. Следующий вопрос. Вот у меня тоже вопрос. Сергей, вы так замечательно говорите, что монолит на старте компании вам облегчит жизнь. Допустим, он вам облегчил жизнь, и вы прожили год. Ваша команда разрослась. И вот вам нужно масштабироваться, а у вас монолит. Вам придется все равно делать всю эту работу, или я не прав? Ну, конечно, придется. Выносите один сервис, ну, кого мешает, вынесите бэкенд и поставьте его. Не надо сразу все заправлять. Проблема в том, что как бы люди считают, что докер облегчает жизнь, потому что я показывал там слайд, как выглядит докер. Докер сейчас используется как пакетный менеджер, по большому счету. То есть то, что раньше DevOps уговаривали программистов, давайте мы будем паковать ваш софт в пакеты, окей, Docker теперь пакует софт в пакет. Но проблема в том, что когда мы имеем как бы систему, которая запускает у нас там Docker-контейнер в одном месте, Docker-контейнер в другом месте, да, и мы получаем количество большое взаимодействий, между, как бы, к которому никто не готов. А монолит, да, монолит, как бы вы разрабатываете приложение. Вы обнаружили какую-то проблему в этом приложении. Там, например, вам надо какую-то часть деплоить очень быстро. Вы вырезали эту часть, перенесли, пожалуйста, скалируйте ее в докере. Но мне кажется, просто сейчас жизнь такая, что да, это так работает. Ну, это сложно, такие дела. Окей. Здравствуйте. Спасибо за доклад. Я правильно понял, что вот его можно весь уместить в предложение? Не используйте то, что вы не знаете, зачем вам надо использовать. Да, это так. Проблема в том, что люди сейчас лезут в Stack Overflow, открывают первую страницу и делают оттуда. Ну, там в Stack Overflow есть даже каноничный пример про то, как сделать в JavaScript, по-моему, сумму там, двух чисел, что надо подгрузить там, все подряд, и в итоге там, на Angular написать страницу. Ну, типа, окей, спасибо. Это очень хороший месседж. Еще вопросы? Еще вопрос. А есть какая-нибудь экспертиза, ну то есть прям с цифрками, вот прям вот тут вот была боль, прям конкретно там $100,000 она нам вылезла. Вот здесь вот было хорошо, здесь мы потратили $0.
Ну вот это вот про миллион долларов, там полмиллиона долларов. Так это ж не мои слова, это Mail.ru. Нет, это я понимаю, но именно ваш опыт. Ну мой опыт я показал, там был слайд с микросервисной инфраструктурой. Проблема заключается, в общем-то, достаточно интересная. Проблема в том, что когда у вас появляется путь запускать микросервисы очень быстро или использовать что-то хорошо кластеризуемое, программисты имеют тенденцию скалироваться вместо того, чтобы заниматься проблемой производительности приложения. И как бы люди не разбираются, почему, например, у вас эластик нагибается там, на трех нодах. Они берут, скалируют их до 7. Вот и все. И поэтому у вас растут косты, а когда у нас NoOps или там ChatOps, тогда это делает кто угодно, и вы не контролируете косты вообще. А вот с примером с графиками по стоимости оборудования, где там 35-33, там был опыт перехода на монолит, например, и скажет, вот теперь 5. Микросервисная архитектура. На монолите это будет стоить 3000. Две. То есть 10 раз разница. Окей. Еще один вопрос в дополнение к моему предыдущему. А вы, ну, то есть вы же знаете, что там и микросервисы, и докер, они дают определенные фичи, которые очень часто, когда они очень нужны, они перевешивают вот все недостатки, которые вы описали, даже фантомные недостатки. Ну, то есть, типа, ну, что это очень важная и клевая штука, и часто она позволяет решить множество проблем. Это говорю как человек, который разнес вот, монолитные микросервисы, который использует Docker, у которого много-много деплоев в день. Ну, то есть, что у этого есть множество таких вот очень важных и полезных плюсов. Ну, то есть, вот вы это понимаете или с этим надо тоже спорить? Ну, как бы я работаю, опять же, с программистами. И программисты мне рассказывают о том, какие проблемы они решают при помощи докера. И я работаю с программистами. Да, и как бы проблема заключается в том, что я показывал, опять же, слайд про то, как это выглядит. Докер используется как пакетный менеджер, по большому счету. Мало так, кто... суть докера — это в том, чтобы правильно собрать что-то и правильно это что-то доставить. Ну, и чтобы это было одно и то же. В этом суть докера — собрать и доставить. Еще большая фича — запустить локально, чтобы увидеть, как оно сбилось и заработало. Ты можешь локально делать, ты можешь версионировать билд вместе с кодом, ты можешь версионировать, как это запускается весь сервис вместе со своими third-party компонентами и все такое. Но в этом же суть. Не, это прекрасно работает, я согласен. Это прекрасно работает на вашем компьютере. И на проде. Ну, то есть в продакшене вот. У вас, например, у вас 100 фронтендов и роллинг деплой. Окей. Вы запустили деплой. Да. Роллинг. У вас прошло там 20. Так, и сломалось. Это же такая же проблема, какая будет с любым сервисом и без докера. Если у тебя 100 сервисов, ты точно так же должен контролировать роллинг деплой. Ничего не меняется. Нет, конечно, ничего не меняется, я про это говорю. Вы говорите о том, что что-то меняется с докером, на самом деле ничего не меняется с точки зрения оперирования. Упрощается доставку. Ну, предыдущий докладчик много чего рассказывал про то, как они там извращались, считают МД-суммы, все такое. В докере есть это из коробки. Ну, в этом нет ничего плохого. Считать МД-суммы — это очень круто и правильно. Но вот в многих вещах, в том числе там в RPM, в DEB, в докере, это есть из коробки, оно работает сразу, все. Так я понимаю, как бы первая проблема в том, что программисты идут по пути, где надо меньше думать. Это понятно. Вторая проблема, то есть я объясняю как раз вот это про то, что вы говорите. Люди сейчас пришли к тому, что они вообще собирают бинари из Ruby, например. И мы собираем бинари, засовываем в докер на Go, например. И что? Не, я имею в виду, они Ruby собирают в бинари и запускают. То есть они настолько устали понимать вообще, а в каком состоянии находится конкретный деплой, что они просто собирают бинари, и там понятно, опять же, вариант MD5 сумм там, и так далее. Ну, так и как раз это... проблему решает докер, делает все проще. Я хочу сказать, что программисты, они идут по тому пути, по которому вы их ведете. То есть, если у вас это самый такой тупой путь, ну, типа, я не знаю. Ну, вот честно, вот мы докер начали интегрить конкретно для того, чтобы программисты занимались деплоем, чтобы им было проще, чтобы опсы вообще в этом не участвовали. Не, вот мой личный опыт, я не знаю, может, какой-то лучший опыт. Мой личный опыт заключается в такой. Программисты занимаются деплоем, они деплоят, ничего не работает, они приходят ко мне и говорят, ничего не работает. Ну, это... да, у нас такая штука, что программисты отвечают за мониторинг, они сами знают, приложение крутится, как оно этим работает. Это DevOps.
в этом суть DevOps, что ответственность за стабильность и ответственность за фичи, она ложится на одну команду. Приоритеты, приоритеты этого же решает одна команда. Вот у Гугла есть книжка SRE, они там интегрировали бюджет на ошибки. И, соответственно, если там случается, они не могут понимать, когда они релизят что-то нестабильное, что они в итоге влезут в этот свой бюджет. Если они в бюджет не влезли на месяц, они все стараются очень суперстабильно делать. Ну, в этом суть того, что можно уже в самой команде манипулировать скорость и сравнивать это со стабильностью, и уже понимать, где ты находишься. Потому что это все часть user experience, который ты в итоге выдаешь. Не, я понимаю, что это все очень хорошо звучит, но я очень мало видел программистов, которые заботятся о бюджете, например. Ну, я говорю не бюджет бабла, я имею в виду бюджет ошибок. Ну, то есть, того, что ты не сделал. Ну, в этой книге SRE в этом много написано. Очень рекомендую, классная книга. Вчера ее тоже рекомендовали. Я пытаюсь рассказать про боль DevOps и боль бизнеса. Как я вижу в текущий момент, очень многие занимаются тем, что они играют с новыми технологиями на проекте, которые, в принципе, где они работали, для того, чтобы зарабатывать деньги кому-то. И когда у вас есть решение, которое вы знаете, и которое будет работать, и когда вместо того, чтобы деливерить какой-то продукт, играетесь с докером и внедряете какие-то замечательные решения, которые обязательно будут востребованы, но не сегодня. Это две разных вещи. Если честно, звучит немножко как оскорбление, вы пытаетесь сказать, что оба-на, все чуваки, которые внедряют докер, они просто, странные хипстеры, которые пьют смузи. Я могу поотвечать за свою компанию, мы зарабатываем деньги, 7 лет на бутстрапе, без инвесторов, все такое, и за каждую фичу, которую мы внедряли, я могу просто рассказать, что конкретно какие проблемы она решила. И у меня девелоперы, они мониторят, они просыпаются ночью, они сами деплоят, сами понимают, каких продукт работает. И работает не просто в них на машине, а работает в проде. И прийти к этому, это задача DevOps-инженера, чтобы он привел компанию к этому. И это приносит определенные фичи, которые позволяют зарабатывать больше денег. Ты можешь чаще релизиться, у тебя повышается стабильность, потому что девелоперы за это отвечают. Вот такая тема. Я про релизы ты тоже рассказал. Нам рассказывали программисты о том, что они будут больше релизиться, а потом начали выкатывать. Количество фич на самом деле не увеличилось, я не включал этот слайд. А количество релизов, таким же примерно стало в день. То есть количество увеличивалось в 10 раз количество деплоев, оно на количество релизов не повлияло. Они просто выкатывают не готовые фичи. Это вопрос опыта. У вас прекрасная команда, я счастлив. Вопрос в том, что не все такие счастливые. А можно еще один вопросик? А можете как-то резюмировать? Проблема таки в инструментах или в головах? Складывается впечатление, что вы боретесь с инструментами, а не с… вы противодействуете новому, потому что страшно людей учить. Ощущение такое? На самом деле нет. Проблема в головах. Проблема в том, что вы должны себе представлять полностью, к чему приведет внедрение какого-то инструмента. Я это проблема головы абсолютно. Это не проблема инструмента. Вчера был замечательный доклад, что вообще надо как-то образованием заниматься и учить людей, как делать правильно, почему так делать правильно и какие вы получите плюсы, какие минусы, какие риски. Не бороться с инструментами. Я не пью смузи, кстати. Вы все правильно говорите, все замечательно. Но проблема в том, что когда приходите в компанию, в которой работает 7 человек, и компания развивается 4 месяца, люди ожидают от вас, что вы будете деливерить продукт, а не будете заниматься обучением людей. Понимаете? Здесь есть принципиальная разница. Вопрос исключительно стартовой точки. Если у вас уже есть опыт деплоя с докером, и вы приходите в команду с 2 человек, вы прекрасно это сделаете. Если вы приходите в команду из 500 человек, вы тоже это сделаете. Но если вы это не умеете, вам понадобится 5 лет, чтобы это освоить. Окей. Здравствуйте. Спасибо за доклад. Я сейчас в комментариях услышал о цене на обслуживание одного монолитного сервиса, да, это примерно $3000, как я понял. А на красивых картинках было написано 30. Мне интересен диф, который понадобится еще на обслуживание одного монолитного сервиса для того же программиста-администратора. Сколько еще ему надо заплатить, чтобы этот сервис работал так же хорошо, как те микросервисы? На самом деле,
опять же, мой опыт — это Terraform. Опять же, Terraform позволяет делать все то же самое в облаках. Опять же, как бы вопрос контейнеризации Terraform, он еще открытый, потому что функционал Terraform не закрывает контейнеризацию. Но миграция на сегодняшний день, она не представляет особо большой проблемы. Если у вас все, как бы, инфраструктура как код, более-менее, то смигрировать в облако из облака, разбить там, грубо говоря, части на монолит, слить обратно. Нет, вопрос был немного в другом. Вот у нас есть один сервис с там одним, двумя, тремя железками. Насколько дороже будет научиться в Terraform, научиться в Docker и мигрировать это в облако? Имеет ли смысл это делать? Вот, например, у нас там было 10 программистов, которые не умеют того, они стоили столько-то. Теперь они научились, они хотят больше. Я не могу ответить на этот вопрос. Там, да, потому что, ну, очень сложно сказать. Я давно уже не видел проектов, которые бы не использовали систему, скажем так, управления конфигурациями и деплой, там, как код, что-то такое. Мне кажется, это уже последние пару лет большинство проектов этим занимаются. Мне кажется, для DevOps сегодня управление версиями, управление, как бы, конфигурацией — это основной камень. Ну, очень мне сложно ответить на этот вопрос. Здравствуйте. Я правильно понимаю, что в этих компаниях, которые объем там людей там от там 1 до там 30-20 человек, или это на все компании вы, что там к большим штатам тоже считаете, что это не надо делать? Не, я рассказываю про маленькие компании, которые запускаются, которые запускаются. Сфера применимости вот ваших это сведений. Компании, которые запускают продукт в течение первых там 4-6 месяцев, которые имеют какую-то небольшую команду, и вы там один DevOps, и вам придется с этим бороться. А у нас перерыв 10 минут, и мы встретимся в 12 часов, следующий докладчик. Спасибо.